Уважаемые участники круглого стола, 60 лет назад произошло историческое для всей планеты событие. Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. За этой победой стоял труд тысяч людей, конструкторов, инженеров, строителей. Их решимость и упорство, и вера в будущее. Небывалыми темпами развивалась наука и техника, творилась история. История, которую необходимо помнить, хранить и передавать следующим поколениям. С наступающим Днем космонавтики! Космонавт Роскосмоса Сергей Куцвершков.